Всем привет, всем доброе утро. У меня просто превосходная, замечательная новость. Знаете почему? Я первый раз в жизни выиграла приз. Какой приз? Я сейчас вам расскажу чуть позже. А перед этим я хочу передать приветики людям, которые просили свои приветики уже очень-очень давно. И, честно говоря, я просто забывала. Так что сейчас я передаю приветики. Софья Некрасова. Привет тебе огромный, спасибо, что смотришь меня. Кост Гоу, и тебе привет, и тебе еще большое спасибо, потому что вы узнаете чуть попозже, почему у него такой классный кот, который сделал мне большой сюрприз. Настя Рубцова, Настюш, тебе тоже огромный-огромный привет, спасибо, что ты со мной. Фэмили Лапкин, спасибо и вам, что вы смотрите меня. Яна Фан, Яночка. Просто очень-очень-очень сильно тебя обнимаю. Спасибо большое, что тоже со мной. И Маша Сет. Машунь, мы с тобой тёзки, так что надо ставить лайки. Спасибо, что ты тоже со мной. А сейчас я вам расскажу, какой же со мной произошел сюрприз. И что я выиграла. В общем, я первый раз в жизни выиграла приз. Не представляете, какой. Я выиграла куклу Лол для своей Кирюшки. И в этом мне помог, кот Мурыч. От канала Кост Гоу. Он просто суперский котик. Я ему передаю тоже большой-большой привет. И сейчас я покажу, как это было. Сейчас захожу я на канал Кост Гоу, и у него там был розыгрыш. Думаю, ну, поучаствую я. И вот вчера были результаты конкурса. И сейчас я покажу, как же этот кот сделал меня победительницей. Я просто счастливая. Поставил. Он поставил целых две лапки на канал Маришка Лайф. Ура, да, это я. Маришка Лайф. Победитель, это канал Маришка Лайф. Я вас очень сильно поздравляю, вы выиграли вот такую вот распаковку. Спасибо. Канал Маришка Лайф. Я такая счастливая. Я никогда в жизни, вообще никогда, никогда, никогда ничего не выигрывала. А тут я выиграла целую куколку Лол. Кирюха у меня будет просто, просто мега счастливая. Поэтому я очень-очень довольна. Обязательно буду ждать свою куколку, которую смогу подарить Кирюшке. И еще раз всем приветик. Спасибо, что со мной. Смотрите меня. Будет еще интереснее, будет еще лучше. Все благодаря вам. Всех люблю, всех целую. Пока-пока.